Воинскую часть поселка Черноморская захватили сегодня около половины второго ночи. На территорию заехало 200 так называемых зеленых человечков, российских военных, вооруженных пулеметами и автоматами. На территории до сих пор продолжает оставаться командир части и его помощник. Уйти отсюда они не могут, потому что на территории находится очень много оружия. Они остались здесь фактически и как заложники, и как люди, которые пытаются своим присутствием гарантировать хоть какую-то безопасность этому оружию. В данный момент сами военные говорят о том, что склады на территории части представляют угрозу для жителей поселка. Там находятся боевые части ракет, которые содержат тротиловый эквивалент, очень большой. Зачем вы сюда приехали? Кто вас сюда звал? Защитники! Что вы стоите с оружием напротив людей безоружных? Просто слов нет, это я не знаю, не люди. Стыдно вам, мальчики, должно быть, стыдно! Местные жители устроили настоящий бунт. С самого утра они собрались под частью. Пытаются разговаривать с зелеными человечками, говорить о том, что в их защите не нуждаются. Взывают к их совести и просят уходить. А нам что делать? Сидеть вот так смотреть, как на нас автоматы, дулы автоматов ставят? Мы даже не знаем, какова жизнь нашего командира, начальника штаба, которые остались в заложниках здесь. А вот эта русская машина уже с опознавательными знаками. Внутри сидят военные с погонами, однако на вопросы журналистов отвечать отказываются. Я понимаю, что у вас же даже автоматы. Чего вы меня боитесь с микрофоном? В поселке Черноморская почти все жители либо работают военными, либо бывшие военные. Они обещают, если зеленые человечки не покинут их территорию, то они уйдут в партизаны. Наталья Нагорная, Виктор Шевченко. События.